Итак, Дайрти Пик, а я врываюсь. С вами Микелиард, это StarLadder TV Pro серия. Команда Дуза играет против Virus Gaming. Вторая игра группа H. Напомню, что в предыдущей игре команда Virus Gaming в очень потной 72 или 3-минутной игре таки выиграла Дуза Gaming. Хотя в какие-то моменты я уже сомневался сначала с одной стороны, потом сомневался с другой стороны. Но в итоге это просто must-see, и кто пропустил, обязательно потом посмотрите воды. Это было нереально мощно и круто. Что ж, Dazzle, Slardar, Invoker в пике от Wicked Sika, Virus Gaming. В ответ Дуза Gaming пикает Дума, Бейна и Шейкера. Где-то Дум и Шейкер уже был. И, по-моему, в предыдущей игре как раз у команды Virus Gaming. Но там же был еще и Dazzle, там же был еще и Invoke. То есть, четыре героя уже из предыдущей игры плавно перекочевали в эту. В бан, кстати, отправился от Дуза Gaming аппарат. Но почему-то, как видно, им этот персонаж не нравится. В чужом пике, в своем пике нравится. Хотя вот аппарат особо ничего не сделал. Не было никаких сейчас респект банов. Баны также все обычные. И Дизраптора пикает Wicked Sick себе. Отлично. Интересно посмотреть, как будет реализован этот персонаж. Фактически, если какие-то будут ТП на вышке, драки и тому подобное. Даже тот же Шейкер залетает, его отправляют куда подальше. Дум залетает, Бейн, ну, в общем, все что угодно. Да и плюс стенка и ультимейт будут давать отличный, отличнейший просто прокаст, и уже будет тяжеловато что-то сделать. Герокоптер от Дузы Гейминг. Отличненько. Как они реализуют этого персонажа? Давно его не видел, и... Ну как, давно не видел, то есть я недавно РММ выиграл. Я могу сейчас... А не, не могу сейчас показать, но... А нет, сейчас так. Вот он, Герокоптер, на котором я ничего не сделал, просто за игру моя команда всех выиграла. Я просто фармился, и потом оказалось, что моя команда уже все выиграла, всю игру. Ну ладно. Что ж, ждем пятый бан от одной и второй команды. Wicked Sick сейчас необходимо забанить. А, вопрос кого? Необходимо хардлайнера или мидера? Пойдут они в триплу или не пойдут они в триплу? Вот в чем подвох и вопрос здесь у нас оказывается. Если что, у меня... просел немножечко голос, но решили, что мид надо забанить, да. Решили, что все-таки мидер будет, ну а тут забанили хардлайнера Клокверка, но забыли про такого персонажа, как Батрайдер. И ОД в мид от Дузы Гейминг, отлично. Очень сильно будет Слардар, конечно, проседать, и плюс можно сейвить от Батрайдера. Батрайдер будет... плачевном состоянии. Ну, Wicked Sick забирает себе Батрайдера. Лов рейтинг ММ на мид на инвоке. Ну и там далее по списку, потому что никнеймы не читабельные, не читаются и не берутся. Смотрим. Лучше за командой Дузы. More Than Life на герокоптере будет. Формирует Капрон на Бенни саппортит, ну и Капитан Лав будет на Шейкере. Будет ли он выдавать такие божественные фиссуры, как он давал божественные ульты на Рубике? Так, Айсберг. На миде на Одее, ну и, соответственно, Over My Head внизу на Думе. Я что-то хотел умное сказать и что-то забыл. Про пуленный ОД. А, да, вспомнил. Друзья,
Напоминаю вам, что игры Бо 2, то есть это последняя катка на сегодня, но при этом, если выигрывает ее Дуза Гейминг, каждая команда получает по одному очку. А если выигрывает команда Вирус Гейминг Дайры, то они получают 3 очка, а Дуза 0. Кстати, давайте сразу пробежимся. Я думаю, некоторым интересно, что у нас по положению. Дуза на первом месте, у них 3 победы, 1 ничья, 0 поражений, 10 очков. У Мид команда Шарфика тоже 3 победы, 1 ничья, 0 поражений. Урга 1 победа. Вот, и 2 поражения. У них 3 очка. Ну и, соответственно, дальше идет Virus Gaming и команда 4N. Команда Blood Angel. Blood Angel не показывает тех результатов, которые на него, как видно, ставили. Еще посмотрим, кстати, параллельно играется игра Урга против 4N. И вопрос, как они там играют. И как они там будут действовать. Потому что реально там очень многое будет решаться в том матче. Ибо из группы выходят только 3 команды. Понятное дело, что Мид и Дуза себе уже 100% обеспечили. То есть 10 очков это больше, чем половина. Ну и, соответственно, если больше, чем половину, то ты по-любому попадаешь туда, куда надо. Так, Капрон. Будет ли сон или пока что просто тычечки? Да, просто тычечки. Стан по Капрону. Лол, его начинает еще набревать. Ай-яй-яй, отличная фиссура просто-напросто от Гридан Лава. И, скорее всего, здесь будет минус F. Да, минус Дазл. First Blood забирает Бейна, Варты и тому подобное. Морзен Лайф еще пробил Дизраптора и Слардара, соответственно. Пришлось ТП-шечку юзать. На миде у нас ОД против Инвоука. Посмотрим, как это будет играться. Видим, что пока что очень сильно Инвоук проседает против ОД. И ничего хорошего это пока что не сулит. Здесь Дум просто жжется уже под своим тавером. Залетел очень далеко Батрайдер. Чуть сам не получил в итоге. Но так как он сапогом имеет наглость летать и убивать. На топе тем временем от пуш в сторону Дузы получается, и сейчас они немножечко поднимут себе уровни. По полуровня еще себе дополнительно сверху поднимут. Слардар второй, Дазл первый и Дизраптор первый. Вот это плохо. Вот это реально плохо, а вот фиссура просто шикарнейшая здесь от Наслардара, но почему-то Морзен Лайф немножечко протупил, хотя фиссура очень-очень долго действует. Он отличный сон. Грейв, Грейв зря здесь был, на мой взгляд, слишком поздно. И Слардар все-таки отправляется на базу, просто-напросто обидненько. Грейв ну, слишком ранний, то есть надо было попозже. В итоге 2-0. Дуза начинает уверенно, просто-напросто игру. Если в предыдущей игре уверенно начали команда Virus Gaming, и Дуза очень сильно проседала, и в итоге решалось все каким-то камбэком, который то случался, то обратно, ну, в итоге проиграли игру. Я думаю, что Дуза, если бы с самого начала бы очень хорошо играл, они бы все-таки успели закончить игру до того, как перешла бы в 70-минутный лейт. Потому что там уже реально до одной ошибки, до каких-то байбеков решения принимались. Ну и видим, что видим. Батрайдер все-таки забирает здесь снизу Дума. И успевает отхилиться батлом и под костой убежать еще дополнительно. Да, думаю, единственное, что неприятно против Батрайдера стоять, хоть и что, простите, Бейн здесь делал.
Я никак не ожидал, что кого-то сверху заберут, потому что думал, одни фармятся пока что, вторые там тоже немножечко, а в итоге кого-то забрали. Что-то я ввелачу в фраге сейчас. Айсберг на пятый уровень. Айнвок тоже пятый уровень, но 6-6 против 25 на 21. Такую бороду проигрывает просто-напросто инвок. Это что-то с чем-то. Radiant's bottom tower has a nasty situation. И инвок только еще... А, нет, даже не у инвока. Руна здесь нижнюю хорошо здесь залетел. Капрон, отлично! Может тычечку, тычечку, тычечку. Да, все-таки отъедает его брейнсапом. Еще Дум здесь набивает дазлу. И дазл, дазл, дазл. Да ладно, неужели отбивается? Баночка его сбивает, конечно же, Бейн. У Бейна до брейнсапа еще чуть-чуть. Одна секунда, и это минус. Даже без брейнсапа отправляется в таверну почивать, так сказать. Айсберг. Ой-ой-ой, куда-то у меня камера полетела. Шестой уровень против пятого инвока. Вот оно, про что я и говорил. Будет не особо хорошо. И Дуза прям 5-1 уже счет выигрывает фактически все лайны. Ай-яй-яй, Викед Сик. Не ожидал он, наверное, что Дум на него просто-напросто кинет ультимейт. И теперь ему надо просто бежать, 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 бежать. Но бежать-то не особо получается, хотя в итоге-то норм. В итоге норм, Капрон немножечко затупил, мог бы его поймать. Мог бы убить, и было бы все шик. Еще Бэйн вместо минус дэмэджа качает плюсы. Совсем жесткий пацан. А на топе тем временем один герокоптер остался подфармить, и фарм у него просел. Хоть и 29 на 5, побольше, чем у 16 на 1 Слардара, но могло бы быть побольше, на мой взгляд, если бы он тут был не один. Бат, седьмой уровень. Дум еще только чуть-чуть остается до седьмого уровня. Соответственно. Какие же проблемы у инвока? Просто огромнейшие траблы. Он собирается через класс Векс. Это, конечно, понятно, что против ОД нужно какой-то дэмэдж иметь. И типа не особо зависеть от маны. Но инвок, как ни крутите, все равно зависит от маны. В итоге приходится ему уходить на базу, терять драгоценное время, и за это время Айсберг просто-напросто подфармливает себе еще восьмой уровень. Ого, 4000 преимущества по голде и 3000 преимущества по экспириенсу уже в самом начале. Дум. Замедлил Батрайдера, подумал, напинывает, очень хорошо, ой-ой, инвок прилетает сюда, и дазл еще дополнительно. Ну и что, выживет, да, выживет Батрайдер, я так полагаю, под грейвом, под хилом, еще ДД активировал, все дела, санстрайк мимо, отлично. Дум прям обошел вот так вот санстрайк, и, соответственно, не попался на него, инвок не ожидал такой наглости. Но наглость это случилось. Тем временем здесь почти просел Слардар. 70 хп остается, и вышечка начинает пропушиваться. Три игрока снизу от команды Virus Gaming, и здесь можно напрягать. Ну что и, соответственно, делают. Ага. Шейк преградил путь. Ой-ой-ой, отличный просто-напросто брейнсап. Капитан Лав сразу побежал сюда с Раптором, но уже смысла не было. Это такое дело. Ну и вышечка сверху будет сплит-пушиться сейчас, я так полагаю. Хотя Капитан Лав куда-то в мид полетел. Батрайдер убивает ОД. ОД достоялся. На самом-то деле. Стоял, пытался себе что-то нафармить. Мог бы пару раз куда-то сходить. Может быть, и не умер. Сверху вышечку забирают тем временем ребята из Дузы. Хотя 147 не denyable еще. И 2 сейф ТП. Сюда имеется. Один от Дизраптора, другой от Слардара. Батрайдер 8 уровень. Дазл 4. Дазл вообще пустой. Норм. Пацану.
Дума фейзы. Брейсер ТП. Так, хотят цепануть здесь капрон. С гирокоптером кого-то есть ультимейт. Есть все, чтобы попробовать убить, но вопрос, получится ли это. Ага, здесь еще приходит шейк. Шейк. Пятый уровень. Капрон, слеп, отлично. Кулдаун, хорошо, стан, и просто terrible damage влетает в него через чистый damage брейнсапа, и, соответственно, никак он тут уже не мог выживать, счет становится 7-2, а здесь пытаются забрать Дума. Ну, Дум под огнем, 370 мувспида, еще под фейзами вообще дикий, наверное, там мувспид будет, 401, да, вот мы видим, хоть и баночки на нем висят, две штуки. Так, здесь Девавр очень далеко зашел. Его может набрить Дизраптор вместе. А, нет, вместе с Даслом, конечно, его не набреют, но могли бы. Если что, гирокоптер забирает еще сверху. До БКБ у него остается просто 1300 уже. И это еще только 10-я минута. У него все хорошо. Айсберг возвращают здесь. Пытается сделать ТП, не получается. Убивает еще одного саппорта. Убивает почти второго. Хорошо бы было, если бы убил. Но тут есть лассо, это не очень хорошо. Надо что-то делать. Ой-ой-ой, Викицик еще сделал не особо хорошо. В итоге приходит Шейкер, стан. И Викицик отправляется в таверну. 9-10. 2 уже счет становится. Дазл себя грейвом засейвил. Ну и фактически все на этом. Вниз трое сразу прилетели. Будет попытка забрать Дума. Дум кидает Дум, но в итоге инвоктор убежит, это понятное дело. А вот теперь как бы пища тут убежал, дружане. Еще на развороте начинает Дизраптору накидывать. Да, здесь еще Дазл оказывается. Ой-ой-ой, замедление. Еще Слардер прилетает. Пятый уровень, правда. Особо ничем здесь не поможет, но стан... Вичками пытаются набрить его. Ого! Сколько там прилетело дэмэджа, но все равно не жить, так говорится. Стики, кстати, не проюзал. Мог бы проюзать, я думаю, выжил бы. Дай, капитан Лав зря обернулся. Получил санстрайк в лицо. Но здесь гирокоптер. 7 уровень. С ультимейтом. 2-2-8 голды и... И все. И просто-напросто расходится. Руна регенерации на топе. Будет ее забирать сейчас ОД. Баночка пустая. Имеется механизм. И будет ли это пуш мида? Есть преимущество у Дузы. Преимущество огромное. Да, видим больше 7500 по голде и больше 5000 по опыту. Соответственно. И начинает набревать вышечку. Вышечка падает, приседает, уже 700 хп, уже там 650, и кто-то из вас, ребятки, умрет в этом новом году. Но пока что никто не собирается. Дазл здесь пытается нафармить себе 6 уровень, понятное дело, минус армор нужен, чтобы воспитать габлак стайл. Вот этот, что это такое здесь было? Гирокоптер, как... Так быстро можно было забрать Дазла. По-моему, он даже не понял ничего. Дазл умер и не понял, как умер просто-напросто. Здесь Капрон вместе с Думом находят отличный брендсап с Лардара. Дум еще в ответ на Дизраптора. Слишком поздновато, по-моему. Ой-ой, Викед Сик. Так, что-то непонятно. Здесь кого-то ловят. О-хо-хо-хо! Как больно было сейчас Лардару. Это беда. И минус F. Дабл килл. ОД просядет сейчас. Санстрайк. Ой-ой-ой, мег отлично выхиливается. Но... Пытается его как-то засейвить. Капитан Лав здесь отлично ультой. И это все происходит под
за Тир 2, когда еще только Тир 1 еще стоит. Ой-ой-ой, Викицик еще ливает. Нафиг эту доту говорит. ГГ пишет лов рейтинг. Все? Все? Вот так вот, друзья. Либо 70-минутная катка, либо 14. Дуза выигрывает, сейчас становится 1-1. И обе команды получают по одному очку. Соответственно, Дуза уже 100% переходит во второй раунд. А вот команда Virus Gaming, имея 3 игры и при этом 2 из них ничьи, имеет малые шансы на попадание во второй раунд.